Всем привет, снова кратко. Сегодня мы продолжим играть в игрушечку под названием Subnautica. Соответственно, наливаем чаёк, усаживаемся поудобнее. Сегодня у нас будет влажненькое прохождение, влажное подводерское, вот это вот искательное, вот эта вся херня. В общем-то, да, Subnautica. Продолжаем мы играть. Записываю я это еще пока не выложившуюся серию. То есть, по идее, это сейчас, это получается вторая серия. Точнее, нет, это третья серия. На вторая еще ее нет на канале. Поэтому, если что, я твои комментарии не видел и не знаю. Поэтому извиняюсь заранее. Так, на самом деле, надо бы мотылек вырубить. А то он энергию тратит. Вот. И, собственно, что у нас было в прошлой серии? На прошлой серии мы с вами сделали строительную херню. Она где-то тут, вон она там находится у нас. Создали мотылек, посмотрели, как у нас там взрывается Аврора. И, в принципе, практически все. Да, на самом деле это действительно очень много требует. Ну, короче, ладно, как обычно, аннотация справа в верхнем углу у нас. Переходи, смотри, веселись и там подобное. В этой серии мы что с тобой сделаем? В этой серии мы попробуем дойти до Авроры, починить ее. И сделаем этот, дойдем сейчас до этой капсулы. А перед началом вот эта вся история... если ты хочешь если ты хочешь замотивировать или там сделать как-нибудь офигенную какую-нибудь вещь этому каналу, то поставь лайк, комментируй, рассказывай друзьям. Это огромная мотивация лично для меня. Так, я, наверное, это уже говорил, но не суть. Меня что-то в мозге переклинило, и мне, короче, надо было это сказать неожиданно. Вот. Еще что нам нужно сделать? Нам нужно сделать лазерный резак. Потому что у нас его нету. Вот. И, в общем-то, для него нужен алмаз, батарея, титан и пещерная щера. Сера. Со всеми остальными, кроме алмаза, у нас все нормально. Алмаз нужно находить. Не точно не помню, где он находится, ну да и ладно. Собственно, что делаем? Идем тогда на 300 метров вглубь. Мотылек у нас уже для этого имеется, поэтому все, я думаю, будет нормально. Так, и ушел. Запускаем нашу историю и поплыли. Сейчас будет весело. Так, только перед началом, знаешь что? Мы же уже все равно с этим мотыльком находимся, да? Так что, соответственно, можно же поставить этот. Ой, да ладно, блин, я еще качество случайно тронул. Ва, какая же срань. Короче, сейчас магия монтажа небольшая, сейчас я это все настрою и обратно включимся. И, в общем-то, все. Я, знаешь, что сделал? Я вообще хотел поставить этот, обратно кинематографическую. Но, блин, просто посмотри, что происходит. Выглядит это все прикольно лично у меня. У тебя это, скорее всего, вообще нифига ничего не видно. У тебя просто огромная темень. Поэтому придется ее все-таки убрать и потом как-нибудь когда-нибудь поставим. А пока что будем веселиться вот с помощью вот такой херни. Так, хорошо. 1000 метров. Нам, в принципе, до тут добираться достаточно долго и упорно. Жалко, что мотылек нельзя на автоматический режим поставить. И жалко то, что у нас теперь тут темнота происходит. В принципе, ладно. Давайте тогда сразу по глубине будем тут плавать. И что еще? Мы взяли все, что нам нужно, да? Да, мы даже взяли то, что нам не нужно. Во-первых, у нас нету еды, так что мы на самом деле немножечко лоханулись. Ну ладно. В общем-то, отправляемся далее. На глубины Мариасской впадины. Ну, кстати, можно еще пособирать вот это всякое разное говно. А вот и, кстати, зараженный чувак. Вот именно он нас и заразит, если что. Один раз укусит, и все. И каюк. Так что нужно аккуратно с этим всем разговаривать. Так, пацаны, хватит меня бить, алё. Так. Давай сюда как-нибудь вот так подсветим, чтобы их видно было, если что. Давай переплывем и все вот это вот по-быстрому добудем. Самое главное, чтобы нас никакая эта срань заразная не укусила за сраку. И все будет замечательно. Так. Я вроде никто не укусил, все замечательно. Хотя, на самом деле, по барабану. Я просто ни разу это... Не проходил игру, чтобы мне это не кусало никакая падаль. Чтобы потом я в итоге себя не лечил. Небольшой спойлер для тех, кто не играл, но... Я думаю, тебе это особо много чего не скажет. Мы тут можем заразиться, нас может заразить и все. Чё это такое? Яйцо существа. Окей. В общем, ладно, будем отвлекаться, а то мы действительно сейчас будем страдать херню и нифига ничего не выполним. Мы тебя исследовали. Блин, я хочу через мотылек все это исследовать. Скажите мне то, что... Да, конечно. Фрагмент комнаты сканирования. Да, мы ее уже совсем всю исследовали. Хорошо, замечательно. И нам еще 500 метров нужно. Подожди, а мы не сможем так глубоко-то перейти. У нас мотылек начнет подыхать. Ведь, блин. А мотылек мы не можем починить, потому что мы еще не сделали себе базу. В общем-то, уже нужно думать насчет этой базы. Тихо, господи. Спускаемся, короче, в какую-то офигевшую вещь. Так, нам нужно алмаз найти, в первую очередь, если мы еще помним эту историю. Так, а вот это что такое у нас? Глубина. Ну-ка.
100 метров. Потребление кислорода увеличилось. Это я понял. Давай, что поделать с этим? Мне нужны алмазы. Ну или бриллианты, как они тут называются, не суть. Прям совсем сильно нужны. Так, а тут, как я не понял, у нас... Том, что собираемые вами материалы находятся в собственности корпорации Альтера. Это, конечно. Вы будете обязаны возместить их полную рыночную стоимость. Ваш текущий счет на оплату 3 миллиона кредитов. Красиво. А почему это... Все это ваша стоимость? Я же это сам все добываю, сам все делаю. Или типа то, что ты мне помогаешь, это... Или то, что я с помощью вашего резака это делаю. Но я его не арендую, между прочим. Это спасательная шлюпка. Или подожди, или как только ты это... Терпишь какое-то крушение, ты, получается, арендуешь спасательную шлюпку, что ли? Если в спасательной шлюпке, ну, чисто гипотетически какая-то херня оказалась, то получается что? Мы туда пока не можем перейти, потому что... Блин, обидная херня, но... Нет, ну, конечно, можем проплыть, мы можем это все сделать, но... Так, нам нужно найти алмаз еще. А вот эту вот серую херню не так просто-то найти, в принципе. Но я же не из этих вот песчаников ее находил, да? Ну да, тут только разное говно находится. Кстати, заметьте, я тут нашел алмаз. Вон он. Нет, это, видимо, не он. Да и ладно. Так. В общем, прикольная локация, очень темная. Тебя, наверное, нифига, слово, совсем не видно. Ну да и ладно. Так. Где еще находится вот эта вот вся херня? Короче, ладно, давайте, знаете, что сделаем? Давайте я добуду вот эту всю историю с алмазами. Потом я заново включусь, сделаю как раз, когда буду делать себе этот лазерную вот эту херню, то я включусь. А пока, в общем-то, магия монтажа. И, в общем-то, все. А мы, собственно-то, я все добыл, я молодец. Теперь идем тогда, получается, крафтим себе вот этот вот лазерную херню. Лазерный резак. У нас еще небольшие проблемы с этим возникли. С едой надо бы, на самом деле, действительно уже делать, как бы, подводную базу. Потому что, ну, как ни крути, надо бы. Надо бы это сделать. Только я пока еще не знаю, где конкретно это все провернуть себе. Либо где-то там, потому что, знаешь, в чем прикол? У нас будет комната сканирования. Вот эту вот комнату сканирования, ее нужно куда-нибудь зафигачить прямо в самое хорошее место. Чтобы ты мог одновременно добывать какие-нибудь очень, короче, важные предметы. Вот, как-то так. Я надеюсь, ты меня понял. Надеюсь, я тебе нормально все объяснил. И все. Так, идем наверх. И у нас первая проблема решена. Проблемы, которые вот с этим... С алмазами. Вот. Далее нам нужна батарея и пещерная сера. Пещерная сера, в принципе-то, нормальный. Я ее сейчас найду, как нефиг нафиг. Батареи, кислотные грибы у меня тоже тут где-то имелись. Да, вот они. Так, ну, это тоже выпьем. Даже давай вот так вот как-нибудь выпьем. Так, тихо. Ой, господи. Так, батарея. Одна штучка у нас имеется. Замечательно. Далее. Гравиловушка. Нам не надо. Так, далее, что нам нужно для тебя? Пещерная сера. Ну, она тоже, опять же, где-то тут есть. Вот она. И все. И все красиво. Делаем наш пламенный резак. Ну, лазерный резак. Да и идем далее. И, кстати, нужно еще найти эту еду. Яйцо существа, думаю. Можно его куда-нибудь вот сюда кинуть. Надеюсь, оно не вылупнется, конечно. Но нам на нафиг, если честно, не надо. Слишком много требует места. Так, далее. Далее вот это вот все бы говно куда-нибудь выкинуть, чтобы я его не видел. Ну, давай, ладно, так уж быть. Не-не-не, дай вот это вот выкинуть. Вот все. Да ё-моё, какая же срань. Отсюда нужно выходить на таб. Допустим, из таба ты выходишь, ну, тоже на таб. Короче, боль, печаль. Так, подожди, а у нас еды что, нету? У нас что, еды нету, что ли? Серьезнее? Давай добудем. Так, пацаны, извиняйте. Новый организм бумеранг, ну, нормальный. Мне он пока особо-то и не нужен. Так. И чё? И делаем себе еду первоначально. Где у нас тут еда? Ну, вот она. Приготовленный бумеранг. Это для того, чтобы просто тупо не сдохнуть. Хотя на Авроре, как и мне не ошибает память, если мне ее не ошибает, там имеется одна очень прикольная вещь. И это сундучки, в которых дофигища всякого разного говна интересного. Так, мне теперь водичку сделаем. Хотя с водой у нас проблем-то особо нет. Так. Первоочередно ее съедаем. И одну оставляем. В принципе, я думаю, нормально. Так, сохраняемся.
Хотя у нас каждый раз игра сама сохраняется, ну да и не суть. И идем, пока у нас есть энергия, к этому. К Авроре. Еще. И, в принципе, нас ждет сейчас неимоверно офигительное просто приключение. Во-первых, мы сейчас смотрим пока что по сторонам и будем думать, куда же нам построить нашу вот эту базу. А во-вторых, мы просто пока что плывем и, может быть, где-нибудь тут будем исследовать еще разные чертежи, которые будут валяться где-нибудь тоже рядом. Допустим, фрагмент мотылька. Здорово, чувак. Ну и пошел ты в жопец. Нам, кстати, еще нужно мотылька увеличить. Точнее, не как увеличить, а прокачать. По-моему, если меня ошибает память. Ой, да ладно, тебе серьезно? И вы там что-то решили сказать? Слушай, а мы в это направление ходили с тобой? Скорее всего, ходили. Ну да и ладно. Так, идем тогда просто пока что в то направление. Если что, сейчас всплывем, посмотрим, мы точно туда плывем. И мне, по-моему, кажется, то, что вот это тут проще всего будет сделать. Около Авроры себе, не? А, не, Аврора прям настолько близко, что офигеть не встать. Так, окей, мы, в принципе, в правильном направлении идем. И мы спускаемся к владениям муросов этих. Огромных этих... Как их зовут, этих дебилов? Короче, сейчас будет нам не весело, если они к нам сейчас подойдут. По-моему, Левиафаны. Вот, вот эта вот локация мне достаточно нравится, вот эта вот. Во-первых, тут много разного говна находится. И в-третьих... Тут много разного говна находится. Тут литий, по-моему, есть. А литий нам будет нужен для много чего. Если меня не ошибает, опять же, память. И к тому же, как ты видишь, тут есть огромные горы, которые вот тебе прям... Глубина 100 метров. Да это я знаю. Давление кислорода увеличилось. Видишь, литий. И далее у нас тут еще имеются вот... просто тупой обычный литий. Биомасса в этом регионе по большей части состоит из растительных форм жизни. Получаю слабый сигнал транспорта Альтеры. Ну, короче, что-то такое. Да, локация мне больше нравится, потому что она к тому же красивая. Тут много разного говна есть. Не такая уж и глубокая, 200 метров. То есть первый мотылек спокойно сюда может перейти. Правда, он уже прям на грани. И ресурсов тут многовато. Короче, мне вот эта вот локация нравится. Видишь, тут прям отдельные залежи. И, кстати, слышишь и видишь вот этого чувачка, да? Вот он как раз-таки может нас нифигово так бортануть, наш мотылек. И вообще он нас может сейчас убить. К нему лучше не подходить. Так, фрагмент циклопа. Как тебя такой, Илон Маск? Так, открытая запись в базе данных. Ну, в общем-то... А, ты есть что такое? Еще один циклоп. Че, неужели мы сейчас все соберем для этого циклопа? Это по сканированию фрагмент циклопа. Нет, это не совсем то. И, в общем, как ты понял, тут много разного интересного. Я бы хотел бы куда-нибудь сюда перейти. Ну, слушай, вот эта локация, она какая-то достаточно мелкая. 30... Да я понял, понял. Так, и теперь самое главное вот на вот эту штучку не наткнуться. А мы сделаем немного по-хитрому. Так, давай еще литий возьмем. Мы пока тут находимся, пусть у нас он будет. И, кстати, если меня не ошибает память, тут где-то есть... Ай, больно. Так, стыковочная шахта. Нам она, кстати, тоже нужна. Еще одну штучку для стыковочной шахты. И можем прокачивать этот мотылек. Не-не-не-не-не, вот эта штука мне не нужна. Тут, кстати, где-то, по идее, должен быть этот... А вот она, ячейка. Ой, ладно, фиг с тобой. Ну, фиг с тобой, золотая рыбка. Идем далее. Так. И опять что-нибудь... А, нет, это обычная херня, нам она не очень сильно нужна. Так. Вот этого пацана нужно как-нибудь обойти. И перейти куда-нибудь вот сюда вот. Обнаружено так, все. Атипично малое количество живых организмов. Если в течение ближайших 24 часов не локализовать радиоактивные осадки Авроры, они нанесут непоправимый ущерб местной экосистеме. Вот. Поэтому мы с тобой, как бравые защитники природы, идем и все защитим. Мы, в принципе, себе уже все сделали, идем страдать херней. Кстати, насчет этого. Пацаны, вас бы на самом деле исследовать и все. Я надеюсь, никто из вас не отравленный. Сволочь. Ой, да ладно вам. Так, мне теперь самый интересный момент, куда мне идти. Туда? Или куда-нибудь в другое место? А, блин, я еще эту херню себе не сделал. Ой, господи. Так. В общем, ладно, идем, короче, пока просто к этой Авроре. Просто тут пока будем веселиться. Надеюсь, мне тут ничего не надо будет перетаскивать. По-моему, мне просто тупо нужно, по-моему, по этой дороге идти. А вон туда я не уверен. В общем, ладно, фиг с ним. Может потребоваться противопожарное оборудование и лазерные резаки.
Вот. Продолжайте исследование на свой страх и риск. Лазерное оборудование у нас имеется. Лазерный резак. А вот насчет пожарки. Пожарка у нас тоже имеется, мы ее не выкидывали. Козлина. Ну, блин, уплыла. Ну, тебе повезло, сволочь. Так. Ну и чё? Идем с ножичком. Допрыгайтесь вы, пацаны, я вам серьезно говорю. Так, а вот это вот говно у нас опасное. Вот к нему лучше не подходить, он, если что, нас может заразить. Ну, в принципе, я надеюсь, что у нас с вами все будет в порядке, и нас никто не заразит. Потому что тут есть один прикольный... Ой, вот, тихо, чувак. Отстань от меня. Отстань, не хочу с тобой общаться. Жаль то, что я его убить просто так не могу. Осторожно. Сканирование нашло человеческие ткани в пищеварительной системе местных форм жизни. Это красиво, и я даже знаю, кто из них мог сожрать их всех. Хотя, как они это... сожрали людей? Неужели тут еще кто-то был живой? Интересная тема, конечно. Ну да и ладно. И как видишь, тут дофигища всякого разного говна имеется. Так, ты, слава богу, у нас не опасен. Даже если меня ударишь, то ничего особого не будет. Ну, и вот все. Так, мы, в принципе, пока пробираемся. Пацанов тут этих много, их, в принципе, можно было пробежать, и они нам ничего не сделали. Но все равно. Так. Вот. Ветер тушим, это все говно. В принципе, сейчас много всякого разного интересного узнаем. Потому что Аврора это очень даже прикольная вещица тут. Так, можно это, кстати, все потушить. Тихо. Дай батарейку забрать. Все, спасибо. Ой, чё, господи. Так, нужно эту херню починить, а то будет совершенно невесело. Так, налево пойдешь, грузовой отсек найдешь. Недоступна. Так, окей. Загруженные данные. Инженерный дрор Аврора. Выход из спящего режима. Загрузка распознавания голоса. Распознаны инженер Беркли и генеральный технический директор Ю. Дрон, дай мне пропульсивную пушку. Репульсионная пушка выдана. Эй, Беркли, попытаешься установить эту распредкоробку репульсионной пушкой, продырявишь грузовой отсек. Черт побери, дрон, я сказал пропульсивная, а не репульсивная. Откалибровать датчики. Датчики откалиброваны. Проблема не в датчиках. Я подправила программу. Он теперь как ты, не любит, когда ему указывают. Дрон, я знаю. Теперь его зовут Альберт. Альберт, я знаю. Ты не виноват, но ты очень поможешь мне выполнить мою работу, если принесешь то, что я просил. Заранее благодарен. Выдана пропульсионная пушка. Спасибо. А теперь проваливай. Переход в спящий режим. Босс, это ваше хобби, не делает мою работу проще. Может и так, но без этого я со скуки могу однажды прогуляться в космос в одном белье. Красиво. Так, в общем-то, что я понял? Я понял то, что нам тут якобы без пропульсионной вот этой пушки ничего не светит. Но, я тебе что скажу. Я тебе скажу вот это вот. Мы тут можем спокойно с тобой пройти без этой пушки. Я уже, в принципе, знаю, как это все делать и тому подобное. Так, а теперь самое главное. Подожди. Прошли бы, молодцы. Сканирование повреждений Авроры не смогло определить их источник. Нам нужно, в общем-то, найти этот записку с этим, с кодом. А у нас ее пока не имеется. Не, блин. Видимо, нам все-таки нужно было пойти направо. Ну, налево пойдешь, людей наспешишь. К тому же тут видишь, у нас тут якобы защита. От дебилов таких, как я. Чтобы мы сюда точно не прошли. Но дебил все равно найдет дорогу в Вальхаллу. Да, хорошо. Собственно, идем тогда, получается, вот сюда вот. Опять батарейка. Батарейки нам нужны, мы сейчас из них будем делать эти. Много чего интересного. Так, подожди, это не горит и не урчи, блин. Тут всего-то маленькое говно, ты вообще должен быть весь мокрый. Не должно тебя так быстро это все убить. Так, вращающий стул, замечательно. Это у нас есть, что будет декорчик. Я, конечно, понимаю, то, что у нас вот все горит и тому подобное, но время исследовать. Синтезирован новый чертеж. Тихо. Дай пройти. Я же вижу тебя, батареечка. Так. Еще. База данных. Ути, господи. Как много всякого разного-то веселого я смотрю. Так, опять у нас какая-то херня происходит. И... давай тогда прочитаем от КПК. Чего уж и нет.
Альтера запускает Аврору. Заявление... Заявленные фазовые врата для... Ой, ё-моё, это же все еще будет дрожать. Ариаде. Альтера запускает Аврору. Так, подожди, тут есть? Тут нету. Слушай, можно бы это как-то пометить? Было бы прикольно и красиво. Когда-нибудь попозже прочитаем. А это у нас... Данные нового КВД обработаны. Вот это вот прочитаем. Заметки для себя. Ну вот мы наконец в открытом космосе. Мы пересекли галактику, чтобы установить фазовые врата, чтобы отправлять корабли и добывать ресурсы. Чтобы строить более дорогие корабли. Чтобы устанавливать еще более крутые фазовые врата. Мы пытаемся истощить галактику или самих себе. Так, 18.06. День рождения у Ю. 40. Неделя в пути дома. 400. Недель в пути до дома по ощущениям. Недостаточно кредитов, которые мне платит Альтера. 1454. Код для грузового отсека. Окей. Идем тогда этот код активируем. Пропульсивной пушки у нас опять же нету, но я думаю, все будет нормально. Я тебе с фонариком тут буду светить, и все будет замечательно. Чек. Видишь? Красиво. Так, 1457, по-моему. Если я не ошибаюсь. Ну-ка. 1454. Я все-таки ошибаюсь. Так, 1454. И давай, открывай. Все замечательно. Тут у нас все горит. Все очень не очень. Идем ниже тогда. Все мы это тушить не будем. Хотя, у нас тут много разных всяких прикольных вещиц имеется. И их бы на самом деле всех тут поисследовать. Допустим, этот циклоп, по-моему, тут тоже имеется, если не ошибаюсь. Допустим, что это такое? Видишь, циклоп, я же тебе говорю. Так что мы тут пока что с тобой немножечко задержимся. На обратном пути мы сюда, надеюсь, тоже, конечно, вернемся, но пока не надо. Так, у нас тут опять Аврора. Ой, это записка. Ой, тихо, господи. Блин, хотя бы сделали бы этот... озвучку на это. Профиль трансгосударства. Корпорация Альтера. Один из самых крупных поставщиков космических технологий и потребительской электроники Федерации. Официальный поставщик ТСФ. Неизменно числится среди лучших и нанимателей в галактике. Начало существования в качестве предприятия оборонной промышленности в середине 22-го столетия. Национальный слоган. Получай то, чего заслуживаешь. Несмотря на то, что корни большинства трансгосударств ведут к земле Альтера, дословно означает... несмотря на то, что корни большинства трансгосударств ведут к земле, Альтера дословно означает на земле. Единственное достаточно дерзкое... На земле. Единственное достаточно дерзкое, чтобы взять ее имя. Так, окей. Во время экспансии Альтера поставляла оружие всем сторонам, принимая и размещая у себя обширную рабочую силу. Из числа колонистов и совершила переход от производителя к государству. Угроза корпорации Альтера прекратить торговлю стала одной из поворотных точек в конфликте, приведя к угасанию важных вражды и подписанию устава. Господи. Чего ж я так херово читаю-то? Так, наверное, потому что все-таки это маленький текст, блин, неудобно. Хорошо, свободное предпринимательство. В пространстве Альтера поощряется, однако, конкуренция велика, и все же поставленные вовне товары должны нести торговую марку Альтера. Выгодные предприятия выкупаются государством, владельцы входят в совет директоров Альтера. Альтера. Широко известная технология Альтера. Также подводная лодка Циклоп. Начиная с таких частных предприятий. Окей. Несмотря на поверхностное сходство с национальными правительствами, юристы корпорации всегда наставляли на том, что она не имеет юридических обязательств перед своими сотрудниками, но добровольно избрала выполнять роль обычной свойственной демократичному избирательному правительству. Данное заявление еще не было засвидетельствовано в судах Федерации. Окей, в общем-то, ничего сверхинтересного. И это просто такой маленький лор нам рассказывает, если честно. Давайте немного тут побегаем, походим, посмотрим, что у нас тут имеется. Нам нужно все-таки исследовать этот циклоп. И если мы тут все поисследуем, то, соответственно, циклоп нам уже будет проще сделать. Окей, господи.
Так, что-то какая-то немного херня происходит. Я когда иду, такое ощущение, что объекты как-то по херне идут. Короче, ладно. Тут больше ничего нет, как я понял, да? Как я понял, да. Ну и все тогда, и уходим отсюда. А, нет, подожди, вот сюда вот перейдем. Ну-ка. Вот, это веселая вещь. Подожди, а тут у нас что-нибудь интересное есть? Выглядит как будто есть. Ну-ка. Нет, там ничего, по-моему, нету. Окей, один у нас огнетушитель все-таки сломался. Печально, конечно, но да и ладно. Так, какой из тебя? Ну вот. И у тебя получается сейчас сколько? 100%, все замечательно. Так. И? Тут больше ничего нету. Всякое разного говно наподобие воды будем, естественно, брать. Нам оно в любом случае понадобится. Так. И? Больше тут ничего интересного опять же нету, кроме опять всякого разного говна. О, тихо, господи, как же тут много всякого разного. Так. Туда нам не надо. Нам нужно тут рядом побегать. Так, вот эту штуку мы починить... А, нет, все-таки можем. Ремонт 30%. Ну чё? Мы и сами напросились на вот эту всю историю. Так, ты починилась? Ты починилась, красиво. Так. Ты что есть такое? Блин, это, по-моему, будет долгая серия, как я понял. Ну-ка, дай-ка я посмотрю, сейчас сколько времени прошло. Ну, в принципе, не так долго, но мне еще казалось, что мы тут подольше тусили. Так, заж... Уа. Какая же фигня. Так, загружена программа, размеры 3, ресурсы нормальные. Так. Игрок 1 был смыт чрезвычайно сильной водой. А, это, видимо, какой-то игровой отсек, да, как я понял? Да, и тут видишь у нас фрагмент мотылька, который якобы это... Слушай, и тут, по идее, я должен был мотылек изучить, да? Да. Ну, видимо, тут я и должен был это все сделать. Но мы сделали уже изначально, с мотыльком сюда пришли. Так, энергоящейка? А, нет, это лучше не для мотылька. Нам это пока особо сильно не надо, фрагмент мотылька тоже особо сильно не нужен. И плывем далее, тут ничего интересного прям такого нету. Так, реакторный отсек мотыльков. Видимо, это просто тупо обучение было, как это, плавать с этими мотыльками. Так, окей. Запечатанная дверь. Тебя с помощью чего можно распечатать, я уже не помню. Лазерный рюкзак, по-моему, да? Да, с помощью лазерного рюкзака. Ой, господи, что я там могу исследовать уже? В общем-то, видимо, мы только с тобой потусуемся и этот, только побываем в этом, в этой Авроре. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! Уйди от меня. Алло. Ну и на какую кнопку нажимать? Учи, господи. Так. Мне это нифига не нравится. На какую кнопку не сказали даже нажать. Кровопускатель. Я очень надеюсь, что я это... Я в норме, да, как я понял? Самосканирование завершено. Нет, нифига. Обнаружена высокая концентрация чужеродных бактерий. Ну, побочных эффектов не обнаружено. Обращайте внимание на симптомы. Короче, видимо, не судьба мне это не заразиться. Ну тогда пофигу. Данные нового КПК обработаны. Так, 45-46. Окей. Миссия поиска и спасения. Цели копяжа много. Нагольского. Ой, как же это все долго читается, как же мне это все не хочется все это делать. Так, 45-46, в общем, запоминаем цифры. Читать мы это все будем когда-нибудь попозже. Кислород. А что в смысле? А что в смысле кислорода? Я все это время что, под водой, что ли, тусил? Так, ты тоже будешь это? Данные нового КПК обработаны. 18-69. Блин. И вода. Ну, с водой у нас уже, это, кстати, проблемы небольшие, поэтому выпиваем, подбираем и снова выпиваем. Так, тут более ничего такого нету. Или есть. Вот это что такое? Это мы куда с вами идем? Так, это мы идем чинить вот эту всю херню. Надо починить Аврору и потом только ее исследовать. Так, что ты мне тут показываешь? Нам не это надо. Нам нужна вот эта ремонтная херня. Ну, чё еще можно сказать?
типа, вроде достаточно долго бегаешь, конечно. Так, на это у нас отсеки с циклопами. Красиво. Ну, нам, по-моему, не сюда. С черного ящика. Источник находится за пробойной в дальнем конце этого помещения. Окей, давай. Подожди, в смысле? Да мне ничего не хочешь сказать. Нет, видимо, ничего не хочет. Так, исследуем краб тогда. Видимо, мы все-таки исследуем сначала краб, а потом только циклоп. Так, опять же, какая-то херня у нас тут неинтересная. Там тоже ничего интересного нету. И фрагмент костюма краба. Опять у нас там радио какая-то херня происходит. Тихо, тихо, тихо. Не урчи. Блин, заразила ведь нас эта вся история. Обидно ведь. Я-то думал, что все, сейчас все будет нормально. Нифига. Так, хорошо, и снова краб. Давай. И все, мы вроде как все затащили. Да. Теперь у нас есть крабик. Гнездушитель. Нам нужно, видимо, либо брикет съесть, либо что-то еще. Так. Ну и тут вроде как ничего интересного нет. На нас там что-то падает, конечно. Но давай все-таки тут поисследуем всю вот эту историю. Может быть, что-нибудь интересное тут такие найдем. Хотя далеко не факт. Далеко это не факт. Я хочу просто это поисследовать все. Найти, во-первых, циклопа. Нам все-таки циклоп нужен. Кстати, музыка куда-то пропала. Фонарик. Не знаю, зачем я его взял, но пусть будет. Так, а тут мы можем выплыть куда-то, да? Да, куда-то мы можем. Правда, куда, я пока без понятия, но... Да и ладно. Так, тут у нас что-нибудь интересное будет, или я что-то пока не понял. Так. Ну-ка, база данных. Данные нового КПК обработаны. Ну, тебе, господи. Как этого всего этого много? Хотелось бы это, на самом деле, куда-нибудь это... зафигачить, ну да и ладно. Так, что-то у нас тут сломано. Окей. Батарея, блин, нужна батарея ведь. Батарея очень ценная фигня. Давайте этот повыкидываем. Нам столько его в любом случае не надо. Так, и лазерного резака тогда. Врубаем эту штуку. Я пока не понял, куда я тут сейчас перехожу. Ну да и ладно. Тут пока тогда переплывем. Я немного блуждаю тут, ну да и не суть, честно. Нас уже все равно заразили. А вот теперь буду всю серию охать и ахать. На то, что нас заразили, собаки. Так. И где мы? Во-первых, нам, кстати, это... надо бы кислорода взять. И во-вторых, нужно посмотреть это. Хотя тут, по идее, видишь... Тут это... по идее, дым сюда перешел. Мы не могли, по идее, тут вообще уже дышать давным-давно. Тут кислорода уже не осталось нифига. Так, хорошо, мы другое хотим кое-что сделать. Мы хотим посмотреть на этот... на голосовой. Спасибо тебе, игра. Так. Где эта штука? Журнал. И вот теперь найди. 1869, да? Давай попробуем. 1869. Надеюсь, получится. А, это титан мой, окей. Так, 1869, да? 1869. Да. Ну там еще какой-то был, если не ошибаюсь. Ой, господи, какая же срань. И вот понимаешь, нифига не найдешь тут ничего интересного. Там еще что-то было, я помню. Какая-то херня была еще. Так. Место мы тут ничего не можем найти. 1869, пацаны. Ну-ка. 1869. Опять не подходит. Ути, господи, я с вами тут, блин, захерею просто. Так, хорошо. Много слишком всякого разного говна. И мы куда-то перешли. Блин, да гребаный инвентарь. Да, дай мне вот эту штуку потушить. Так, а куда мы с вами вообще переходим? Ну-к. Куда-то ведь переходим. Опять батарея.
И это проход куда-то наружу. Чё-таки я немного заблудился, если честно. Видимо, нам пока не надо было туда вниз идти. Ну да и ладно. Идем тогда в другую сторону. Зря мы, видимо, тут приплывали. Так, только самое главное теперь найти то место, откуда мы вообще выплыли. Не, ну, спокойно нашли. Так, хорошо. Идем тогда дальше. Ну, как же тут много всякого разного. Я серьезно говорю, это Аврора, это прям целых две серии с ним я прям. Так, дай мне вот сюда перейти, и все. В принципе, мы все с тобой прокачали, все узнали, все и тому подобное. Так, нам бы как-нибудь тут пропрыгать это все. Так, тушись. Я же не зря тут прыгаю, да? Мы же можем как-то это пройти. Может, кстати, по этой... Хотя вот тут можно спокойно. Вот. По идее, тут нужна пропульсивная пушка, но, как ты видишь, мы с тобой немножечко это... Решили по херне эту пропульсивную пушку послать. Так, опять у нас тут водичка. Брикеты. Брикеты берем. С едой. Воды тут много, но мы уже ее брать не будем, там что-то качу. Хотя, давай выпьем. До сотки доведем. И возьмем хотя бы еще одну. А то потом ее выкидывать не очень сильно хочется. Пусть лучше будет. Так. И где мои сканированные? Вот эта вот херня, вот она. Так. Мне вот, кстати, интересно, вот эта штука, она нам будет что-то давать или нет? По-моему, нет. Просто так автомат выглядит. Так, что тут хотел? Так, командирское кресло, окей. Пока все будем сканировать. Настенная полка. Ну тебе, господи, как же много чертежей. И КПК. Ой, блин. Тут слишком много текста, ну серьезно. Мы с тобой тут честно прям всю серию посидели. Так, портреты, плакаты. Конечно, все весело, но в инвентаре у нас места особо нету под это все. Так, более тут ничего интересного, как я понял, нет. Тут тоже ничего интересного. А вот эта штучка у нас не открывается. Ну и окей. Так, фонарик у нас уже с тобой нету. Тут тоже ничего такого. Кают номер один, кают номер три. Одноместная кровать. Ну давай. Все пока поисследуем. Так. Синтезирован новый чертеж. Инвентарь полон, багажная сумка. Открыть хранилище. Ой, господи. Как же тут много всякого разного веселого. Так, 18. И что там дальше у нас было? Ой, я это еще все найти не могу нормально. Так, по-моему, где-то тут. Да? Или нет? 18-69. 69. Да. Кают номер один. Открываем и смотрим, что у нас тут весело. Еще один очередной КПК. Ничего мы тут читать не можем. Двухместная кровать. Уа. Так. Никаких цифрок тут нету. Так что... Взять кепку. Ну, пусть будет. Хотя у нас места нету под это все. Так, настенные какие-то полки. Тоже красиво, тоже весело. Пусть будут. Мягкая игрушка. Синтезирован новый чертеж. Нет, мы с тобой не можем ничего посмотреть. Ну ладно, вот это мы потушим с тобой. И нас ничего не ударит током. Замечательно. Так. Это все красиво, это все весело, но как вот эту штуку открыть? Мы либо что-то пропустили, либо что-то... Нет, 45-46. Ну-ка. Так. Джу с тобой мы пропустили. Ну теперь ищи. Ну теперь реально ищи среди вот этого всего говна, блин. Чё же мы тут с тобой пропустили и чё нам тут нужно-то открыть? 45-46. К чему это? Пока без понятия и не понимаю особо. 18-69. А давай, кстати, снова попробуем. Да, мне не открывается. Ну, в принципе, попробуем-то хотя бы. Так, 14-54. Ну, опять же. 14-54, это, да, не сработает. И... Больше я как бы тут ничего не вижу. На слово совсем. А может быть, что-то будет. Не знаю. Слишком много разного веселого тут. Поэтому ладно. Кают капитально. Видимо, нам не судьба туда перейти.
А может быть, где-нибудь тут будет какая-то история с этим капитаном. Может, мы пока зря сюда перешли. Так, еще одна КПКшка. Ну-ка. Данные нового КПК обработаны. Слушай, я понимаю, что не имею права выдвигать требования, но ты должна понять, что я хочу изменить наши отношения. Я слышу, что ты говоришь, и постараюсь отнестись с уважением. Как ты хочешь их изменить? Мне хотелось бы уменьшить наше совместное время. Куда дальше мы можем его уменьшать? До нуля. Ты меня бросаешь? Я меняю условия наших отношений. Какие это вообще отношения, если мы не будем видеть друг друга? Своеобразные. У тебя завышенные ожидания. Я думаю, ты просто хочешь проводить больше времени с тем тупым парнем и его дурацким робокостюмом. Ты не думаешь, ты осуждаешь. Я чувствую враждебность в твоих словах. Возможно, твоя ревность — это повод взглянуть иначе на нашу бизнес-модель. Почему ты не можешь порадоваться за меня? Я рада за тебя, и я рада за всех этих парней в отсеке крабов. Только за себя я не рада. Вот поэтому я и хочу поменять наши отношения. Красиво. Красиво. Замечательная история, прям до слез. До слез прям довела. Данные нового КПК обработаны. В смысле? Какого нового КПК? А, это тот, который я подобрал. Ну и все замечательно, красиво, весело. Вы бы мне лучше сказали, как мне открыть этого гребаного кают капитана. И вообще, надо мне туда идти или нет, или это все просто тупой лор. Я что-то заблудился. Я что-то теперь блуждаю тут. Веселюсь, херню страдаю. Так. Я до сих пор без понятия, какой у нас этот... какой у нас код. Прям честно. Может быть, что-то я тут пропустил, а может и нет. Ой, господи. Ну, 45-46 почему-то не работает. 45? Подожди. 45-46. И? Не работает. Ну, пока что без понятия. Возможно, тут реально что-то спрятано где-то. Может быть, где-то вот в этих сумках. Ну, что-то как-то пока что не понимаю. Так, а нам вообще сюда надо? Интересный момент. Мы, может быть, что-то пропустили. А может, что нет. Вообще, ладно, давай я тут тогда поблуждаю, чтобы тебе это время не тратить. Я это все скипану. В общем, магия монтажа. В общем-то, я посмотрел на время и так и подумал. Да нефиг нам блуждать по этой Авроре. Давай, короче, вернемся и пойдем ее починим в эту реакторную, в общем, сходим. Ой, в следующей серии как-нибудь это все сделаем, в следующей серии все поисследуем. Получила серьезные повреждения в момент крушения. А сейчас ее восстановим. Вот. Не пытайтесь произвести ремонт без надлежащей классификации. Почему-то нам это не сказали. Но у нас все нормально, у нас все замечательно. Так, пробоины. Внимание! Локальная радиация на предельном допустимом уровне. Че, какие? В защитной оболочке заделано. Мы, в общем-то, будем все это заделывать. А то что это сейчас будет жестоко. Я точно не помню, с чего у нас именно пойдут вот эти все. Так, вот это нам тоже нужно взять. Что только выкинуть? Вот что выкинуть? Да все надо. Ты прикинь, реально все нужно. И медная руда нужна, и батареи нужны. А фонарик нам не нужен. Батарея отсутствует. А в жопу тогда тебе. Так. Модуль циклопа. Синтезирован новый чертеж. Ну и все. Спускаемся вниз. Идем чинить. У нас тем временем будут херачить вот эти вот всякие разные гуманоиды, которые тут находятся. Но нам по барабану на них. Мы в любом случае уже заразились. Ой, не-не-не. Отстань. Заделано. Будем... Сволочь. Ударь его. Все-таки нажимается это вот на вот эту же кнопку, которая лечит пробоины. А я даже не сразу понял. Так, ну-ка почини. И, блин, нам надо уже заканчивать, а то мы сейчас скоро до часа дойдем. Ты чё на меня так смотришь? Так, извини, чувак, мне тоже не до тебя сейчас совершенно. Так. В принципе, сейчас ее починим. И все. Осталось еще 6 пробоин. В общем, давай я это все скипану, опять же, потому что время для фига прошло, я тебе прям честно говорю. И все. Мы молодцы, мы все сделали, мы починили Аврору, мы красавцы. Координаты источника передачи повреждены, загружены в базу данных.
Чего загружено-то? Ты, может, мне это прочитаешь, расскажешь, там, не знаю. Какой-нибудь веселок тоже скажешь. Так, ну ладно, фиг с тобой. Тут больше вроде как интересного ничего нету. Мы вроде как завершили всю историю с этой Авророй. Вроде тут больше ничего нету. Если я не ошибаюсь. Да ладно. Так, а там у нас ничего интересного нету, да? Вроде как да. И, собственно, тут где-то, по-моему, будет проход идти, я точно помню. А может, я не помню точно. Ну, как бы вот он, но это не он. Тут, короче, где-то есть выход. Правда, где я пока что без понятия. Но где-то есть. Короче, где-то действительно имеется. В общем, ладно, на этом мы с вами в моменте заканчиваем. Слишком много времени уже прошло. В следующей серии тут поисследуем дальше эту Аврору. И на этом мы все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Смотрите там в описании, смотрите там другие прохождения и там подобное. Всем до скорых встреч, всем удачи и всем пока.